И снова вопросы по термоголовкам. На этот раз следующий. Нужны ли термоголовки, если у нас у котла есть свой выносной датчик температуры? Но на самом деле нужно разделять две зоны ответственности автоматики. Автоматика котловая обеспечивает температуру теплоносителя для всего того объекта, на который у вас работает котел. Термоголовки отвечают за температуру воздуха в каждом конкретном помещении. То есть если вы хотите, чтобы с вашего котла теплоноситель с одинаковой температурой шел по всему зданию и во всех помещениях была плюс-минус одинаковая температура, то термоголовки не нужны. Но не следует забывать, что окна могут выходить на север, на юг, у вас может быть детская, у вас может быть столовая или кухня, и в каждом отдельном помещении требуется поддерживать свою собственную температуру. Вот именно этим и занимаются термоголовки на радиаторах. То есть это не взаимозаменяемые элементы системы автоматики, а взаимодополняющие.